Конкурс на самую забавную фотографию «Фотосмайл» в нашей официальной группе в «Одноклассниках» закончился. По итогам абсолютным победителем стал фотоснимок Ольги Заруцкой, на котором изображен ее сын Артем. За него проголосовали более 500 наших подписчиков. Как и было обещано, от новостей нашего города победители фотоконкурса, а точнее герой фотографии, получил специальный приз.